Нет, сегодня за рулем. Клюквенный сок. Так, стоп! Кларнет, что происходит? Сколько можно спать? Внимание, оркестр, последние 4 такта. Раз, два, три, и... Спасибо. Репетиция закончена. Пока. Пока. Ну ты и сыкло. Индустрия всегда с легкостью могла любую простую вещь превратить в культовую, будь то танец, одежда, напиток и, конечно же, автомобиль. И статус «автомобиль Бонда» не является исключением. Его почетно давали тем машинам, к которым так или иначе прикасался агент Ми-6. Все сразу понимали, эта тачка крута, у нее не может быть минусов, будь то пафосный Астон Мартин или скромный дешевый Citroёn. За все время существования фильмов про Бонда скопилась огромная база таких автомобилей. Были и Альфа Ромео, и Ленд Ровер, и Форд Мустанг, и Тойота 2000 GT. Но самой экзотичной машиной был Лотус Эсприт, который превращался в подводную лодку, начинал стрелять ракетами земля-воздух, после чего элегантно выкатывался на пляж, где актер Роджер Мур выкидывал рыбку из окна. Как он это делал, я до сих пор не понимаю. А. Я же застал золотую эпоху Пирса Броснана. Ту самую, когда английский шпион ездил на немецких автомобилях марки BMW. Янг Флеминг, ты, конечно, молодец, но рекламу в этом мире никто не отменял, поэтому долгое время спецагент 007 ездил на BMW Z3, Z8 и даже на BMW 7 серии в кузове E38. И для съемок их использовали не 5-6 штук, как это обычно бывает, а 17. 17 машин. Например, была машина «Сейф». Просто «Сейф». Но в 20-м фильме про Бонда ему наконец возвращают Aston Martin V12 Vanquish. И уже после этого фильма автомобили Aston Martin начали появляться чаще. Почти в каждом фильме была та или иная модель того или иного года, кроме моего DB7. Он ни разу не был удостоен экранного времени. Несмотря на то, что фильмы выходили и модель производилась. Но почему-то продюсеры отдавали предпочтение DB5. С
странно. Потому что эта модель, по моему мнению, отвечает всем требованиям автомобиля Джеймса Бонда. Он строгий, он быстрый, он стильный и способен вместить огромное количество оружия и даже одну ядерную боеголовку. Многие в этом мире не воспринимали эту машину как полноценный Aston Martin, потому что в его основе лежит Jaguar XK. Одна платформа, одинаковые линии кузова и один двигатель. Поэтому технически эта машина, наверное, все-таки появилась в фильме про Бонда. А на Ледяном озере, когда Vanquish, переделанный под полный привод с мотором от Форда, несется от Jaguar XK 8 зеленого цвета с красными ракетами. И вот еще один примечательный факт, что поначалу компания Aston Martin очень скептически относилась к тому, что их автомобили снимают в кино, что это может негативно сказаться на их имидже, на их продажах. Но время показало обратное, и теперь они наоборот стремятся в каждом фильме показать новую модель, потому что это говорит о статусе, о том, что эту машину предпочитают мужчины, настоящие воины, настоящие доминаторы. А ты, слабак, до сих пор не можешь пригласить девушку в кино. Прости, пожалуйста, тебя же Лёша зовут, да? Да. А можно попросить тебя помочь? Мне срочно такси надо вызвать, а у меня телефон сел. А, да, конечно. А ты тут... Нет, я сегодня подрабатываю на халтуре. Я просто за скрипкой заскочила. Жутко опаздываю. Такси? Серьезно? А может быть, тогда я тебя подвезу сам на машине, чем такси вызывать? А тебе на репетицию не надо? Не, сегодня уже не надо. Точно. Это, давай, я подвезу, быстрее будет. Давай. Кажется, с вами не договорили в прошлый раз, мадам. Эта машина заводится только у меня. С помощью отпечатка пальца. А это Opel? Это Aston Martin. Под капотом этого автомобиля находится двигатель V12 объемом 6 литров, 420 лошадиных сил. В современном экологичном мире такое словосочетание звучит безумно. Но именно поэтому мне кажется, что сейчас я прикасаюсь к чему-то прекрасному и к чему-то великому. А как этот мотор звучит? Он спокойно раскручивается до 7000 оборотов, и у нас появляется приятный бархатный звук. Вот только звук выхлопа мы не слышим. Машину отсутствует напрочь. И сначала меня это сбивало с толку. Как же так? Почему так сделали? А потом я случайно сложил крышу и понял. Тут идеальная шумоизоляция. Соответственно, и выхлоп задушен, чтобы у вас не было дискомфорта. Эта машина создана для путешествий, потому что она не гоночная. Она класса Гранд Туризмо. Она создана для того, чтобы вы ехали в закат по хорошей дороге, под прекрасным углом, с очаровательной женщиной. Но при этом нужно учитывать тот факт, что инженеры не просто так шлепнули большой мотор в имеющийся кузов, они поработали с подвесками, подставили толстенные
стабилизаторы поперечной устойчивости и поставили огромные тормоза Брэмбо. Но это только лишь для того, чтобы огромную массу машины хоть как-то можно было контролировать и тормозить. Но искать минус у машины бесполезно. Да, тут мало места сзади, мало места на головой, но это не просто автомобиль, это предмет роскоши, это показатель стиля, это как антиквариат, это как хорошая книга, как мебель, как картина. Но в фильмах про Бонда показывалось не то, что он богатый и успешный, а то, что перед нами настоящий элитный боец, что в нем сочетаются качества воина и истинного джентльмена, что именно такой человек должен быть примером для читателей в трудную для них минуту, потому что в определенные периоды времени каждый человек нуждается в герое. Ой, а... Прости, бардачок сломан, и я никак его не починю, ты это, прости меня, пожалуйста. Шина Истон? Карли Саймон? Ширли Бэсси? У тебя крутой вообще вкус. Спасибо. Это все исполнители из... Бондианы. Бондианы, да. Нравится фильм про Бонда? Я обожаю, особенно из-за музыки. Я тоже. А какой твой любимый фильм? Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine. He came into my life and made the living fine. And gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. Спасибо большое, что подвез. Пожалуйста, да, обращайся, если что, да, помочь, подвезти, отвезти. И бардачок почини. Да, хорошо. А, пока! Пока. How long does it last? Can love be measured by the hours? Идиот ты, Лёха. Эх, Лёха, вечно у меня из-за тебя какие-то проблемы. Так, на чем меня перебили? Кузов. Кузов, бесспорно, очень красив. И это тот случай, когда машина от времени не стареет. Она становится винтажной, она становится оригинальной. И если вы тот человек, который сейчас ищет предметы инвестиций, покупайте классические авто. Со временем они будут только расти в цене. Итак... Большие свесы, длинная линия капота и чистота поверхности. Все это нам говорит, что перед нами классический английский автомобиль. Настоящая инженерная гармония. Единственное, что выбивается из этой гармонии, это то, что задние фонари позаимствованы у Mazda 323. Да, никто не идеален. Даже у Lamborghini Diablo передние фары были от Nissan, а задние фонари были от белорусского автобуса. Салон продолжает эту аутентичную классическую историю. То есть много кожи, вставки под дерево и, конечно же, ковер. И наверняка вас смущает, что тут очень странный оттенок салона, но поверьте, так было со всеми моделями. Если машина была красной, то салон был малиновым. Если машина была синей или голубой, то салон был ядовито-синим. Ничего не поделать, такой стиль. Но что по-настоящему смущает, это вставки черного цвета. То есть руль, ручка КПП, стеклоподъемники.
тоже складывается ощущение, что это позаимствовано у какой-то машины. Вот руль очень напоминает руль Opel Vectra. А еще тут нет бардачка. А ты, Леха, бардачок почини. Ну давай, посиди еще, подумай, потом домой пойдешь. Ты что, тупой? Гони! Где вас тут проходит сейчас Карбора? Тиф. Привет. Привет. Ты вот скрипку мне оставила. Да, да, я, прости, я такая растяпа. Спасибо тебе большое. Да, а то не... я уже подругу дернула, чтобы она свою скрипку привезла. Да не за что. Я же твоего номера не знаю. Ну, теперь. Спасибо огромное. Пока. Пока. Жень. Там в кино сейчас начали показывать нового Джеймса Бонда. Может, сходим вместе? С удовольствием. Помните, друзья, что в каждом из нас живет свой Джеймс Бонд. Главное его вовремя найти, взболтать, но не смешивать. Благодарю.